школьный день и май волшебный, полюбуйтесь сами, осыпал щедро нежную сирень лиловыми душистыми цветами. Каждого человека милое, беззаботное детство осталось позади. Впереди взрослая, самостоятельная жизнь с ее волнениями, тревогами и радостями. Звучит торжественное наступление для тех, кто ждал, считает дни. Внимание! Выпускники! Наша страна, могуща.
большая. Но вы сомнения шансов не даете. Корабль школьный, вы уверенно ведете. Сегодня возвращаемся со школы. Нас окрыляет жизнь мечтой пробовать. Хотим спасибо от души вам сказать. Здоровья крепкого, от сердца пожелаем. Слово предоставляется директору школы номер 4. Городского округа Красноармейск Марине Александровне Каринкиной. Дорогие родители, наверное, первые слова, как от многодетного отца к вам, потому что сегодня вот так случилось, дочка закончила 5 класс и никуда практически не пошла. Сын закончил 9 выпускной, в какие классы уехал на ОГЭ. Дорогие выпускники, это очень волнительный момент для вас. Вы, наверное, сегодня такой добрый праздник, да, последний звонок. Может быть, вы будете плакать, переживать, что покидаете любимую родную школу. Преподаватели также будут вам уже сейчас скучать и думать, и ждать вас 1 сентября, приглашать на Новый год, на линейку, чтобы вас увидеть, спросить, как у вас дела. Но не забывайте, что у вас сегодня некий новый этап, некий год в новую жизнь. У вас ЕГЭ. У вас те экзамены, в которых вы можете себя проявить и заложить свое будущее. Сильно не гуляйте, не веселитесь, хотя сегодня такой большой праздник и радостное настроение. Всем удачи, добра, счастья. Ну а вам ни бог и ни пират. Дорогие ребята, уважаемые учителя, гости, родители, просите поздравить вас с сегодняшним праздником, таким светом и многим другим. Ребятам пожелаю найти себя в взрослой жизни, стать успешным, достойным и хорошим нашей родине. А учителям крепкого здоровья и терпения и огромные слова благодарности за ваш нелегкий, но почетный труд. Мы предоставляем слово члену общественной палаты городского округа Красноармейск Наталье Николаевне Евстигнеевой. Коллектива. Пусть за это время у вас будет самое крепкое здоровье. Пусть окружает вас любовь и забота ваших родителей. Пусть
Пусть каждый урок, проведенный в школе номер 4, подставит вам свое плечо. Дорогие родители, очень будет волнительное время сейчас. Не оставляйте детей без внимания, без заботы. Дорогие учителя, мы будем переживать за успехи ваших детей, будем держать кулаки. Ну, а вам установка. У вас все будет хорошо. Ни пуха вам, ни пера. В городе нашем, среди многих школ, есть одна такая, в которую учиться ты пришел. Есть одна такая, без которой нельзя. Школа четвертая, в которой работают всеми любимые учителя. Учитель, не жизни своей как один, ты школьной семье посвящаешь. Ты всех, кто учиться к тебе приходил, своими детьми называешь. Любимый учитель, родной человек, будь самым счастливым на свете. Хоть трудно порой достается тебе, твои непослушные дети. Но дети взрослеют, а школе скамьи, дорогами жизни шагают. И в памяти носят уроки твои, и в сердце тебя сохраняют. Thank you.
нежность, доброту и переплелись так тонко. Наверное, свыше вам дано неугомонный слышать бой, сердец ребячих звонок. Ты помнишь, было вокруг море цветов и звуков, из теплых маминых рук учитель взял твою руку. Он вел тебя в первый класс торжественно и почтительно. Твоя рука и сейчас в руке твоего учителя желтеют страницы книг, меняют название реки, но ты его ученик тогда, сейчас и навеки. В одни торжеств и неприметный путин, не весь в каком году, в каком краю, мы добрым словом вспомнить не забудем учительницу первую свою. Спасибо вам за слово, за науку, за тяжкий труд, а сильный позор, за тот звонок, что предвещал разлуку, за светлый мир и вечный сердце зол. Слово предоставляется первым учителям Гусевой Надежде Николаевне и Барановой Ольге Васильевне. Thank you.
Слово предоставляется классному руководителю выпускников Светлане Васильевне Ивановой. Дорогие друзья, спасибо вам за песню. Спасибо вам за те письма, которые вы мне написали. Они меня тронули до глубины души. Я их все прочла. Андрей, твое имя никогда не забуду. Можешь в этом сомневаться. Кирилл, я рада, что у тебя все получилось, что ты смог перешагнуть через себя. И я теперь верю, что тебе никакие трудности не страшны, у тебя все в жизни получится. Толик, ты был всегда моей правой рукой. Долгое время ты был у нас старостой классом. Ты во всем помогал мне. Ты был моей опорой всегда. И ты, конечно, останешься навсегда в моем сердце. Дима, твоя мама может гордиться тобой. Ты честный и добрый человек. То, что ты написал в своем письме, дорогого стоит. Ты это носил 7 лет в своем сердце. И через 7 лет ты все-таки об этом сказал. Спасибо тебе за это. Ваня, ты светлая душа. Ты добрый, я тебя очень люблю. Ты всегда помогаешь трудную минуту ребятам и мне. Девочки мои, Юленька и Дашунька, как вы сами подписали свои письма, я вас очень люблю. Юля и Коля Родичев, у вас есть жизненный опыт. Вы уходили от нас, но снова вернулись. Вот этот маленький штришок нам вместе с вами удалось сгладить, чему я очень рада. Ребята, которые к нам пришли в 10 класс, я вас тоже успела за эти 2 года полюбить. И я так же, как вы, жалею о том, что вы не были со мной с 5 класса. Я вам всем желаю удачи, особенно на экзаменах. Я буду держать за вас кулаки. Я буду переживать вместе с вашими родителями. Я думаю, что у нас все получится. И вам я желаю удачи, удачи и удачи, и ни пуха, и ни пера. Родители, у меня самые лучшие родители. Мне с вами было всегда легко. Вы всегда приходили мне на помощь, вы всегда поддерживали меня. По любому моему звонку, по любой смс-ке, все было сделано в срок. Спасибо вам большое, особенно родительскому комитету во главе с Горшиной Татьяной Александровной. Спасибо, Татьяна. Поэтому с нами все эти годы были наши учителя, которые вкладывали в нас, в вас, душу, учили вас. Большое вам спасибо, мои коллеги, за ваш профессионализм, за то, что были рядом со мной, за вашу выдержку, терпение. Спасибо большое. Ребята, удачи вам еще раз. Поздравляю вас с нашим праздником последнего звонка и прошу вас спуститься в зал. У меня еще для вас есть некоторые наставления. Thank you.
хотите сделать со своей жизнью? Не хвалитесь.
Огромную роль сыграла забота ваших родителей. Они учились вместе с вами, помогали вам в трудную минуту, делали для вас все возможное и невозможное. Сейчас они бесконечно счастливы и рады вместе с вами. Сегодня будем мы категоричны
лучшие из всех учителей. Уважаемая Надежда Николаевна и Ольга Васильевна, большое спасибо. Мы говорим от имени всех родителей вам. Наш замечательный учитель, наставник наших деток. Быть первым учителем самое сложное. Всегда надо знать, с чего и как начинать, как заинтересовать всех ребят и наставить их на путь первых знаний. Спасибо вам за то, что сумели подарить нашим детям тягу к знаниям и открытиям. Желание каждый день мчаться в школу и открывать новые страницы книги чудес. Желаем вам больших побед и творческих успехов, невероятных сил и светлого счастья на жизненном пути. Вы за руки взяли детишек когда-то, страну светлых знаний с собой повели. Вы первый учитель, вы мама и папа, достойны почета и детской любви. Примите от нас вы сегодня спасибо. Родительский низкий примите. Пусть ясное солнце сверкает над вами и будет безоблачным лишь небосклон. Есть человек, который о наших детях говорит молитвы, говорит искренне, с любовью. Именно ему известны их переживания, влюбленности, маленькие трагедии и большие достижения. И сколько бы ни было учеников, для каждого найдется место в его сердце. Спасибо вам, дорогой классный руководитель, за то, что вы всегда верили в успех каждого ребенка. Плоды вашего труда навсегда останутся в наших сердцах и в душах наших детей. Спасибо вам за все, добрый учитель. Вы лучший из лучших руководителей. Огонь в вашем сердце любви не погас. Вы верите свято. Детей нет чужих. Вы слово поддержки всегда находили. Вы верили в каждого, всех любили. Спасибо за труд и бессонную ночь. Спасибо за сына, спасибо за дочь. Уважаемая Светлана Васильевна, позвольте сегодня поблагодарить вас за принятие участия в судьбе наших детей. В этот светлый день нам очень хочется выразить свое восхищение тем, насколько слаженной и дружелюбной была обстановка в классе все на протяжении этих лет. Мы хотим вам от всей души пожелать здоровья и успехов в дальнейшей работе. Спасибо большое. Вы у меня самый лучший. Я вас очень люблю. Мне жалко, что вы уходите от меня. Вы совсем-совсем большие. И когда успели подрасти? Кажется, что только-только вас, родные, первый класс успели отвезти. А уже глядит на класс последний, и осталась школа позади. И теперь вместо каникулы ждут экзамены, зачеты впереди. Мы желаем вам здоровья и успехов, в жизни выбрать верную дорогу. Радости, чудес, побольше смеха. Если что, придем к вам на подмогу. Настало время, чтобы прощаться с детством. Но вы для нас, детьми, останетесь всегда. И никуда уже от этого не деться. Какая в жизни пришла пора. Желаем вам не встретить на пути ни злости, горести, обиды. Все, что вдруг смогло произойти, хорошие лишь подавали виды. Мы любим вас и с честью провожаем. Последний слушает для вас звонок. И самый радостный и долгожданный в любимой школе с учителем урок. Сегодня звенит самый последний звонок для наших деток. Сегодня они прощаются со школы. Осталось самое малое – сдать экзамены и станцевать чудесный вальс выпускного вечера. А дальше ждет вас новая страница жизни, в которой много будет самостоятельных поступков и решений, интересных начинаний и важных дел. Желаем вам, детям, не забывать своих учителей, быть частными гостями в любимой школе, иметь полностью самореализацию, уже видеть и добиваться не только успехов на своем пути. Как детка сына в руки голоса, своими поддерживаем.
навсегда от нас уходит, и не возвратить его обратно. Уважаемые выпускники, для вас, учителя, приготовим музыкальный подарок. Поет Марченко Мария.
Thank you.
что сегодня вместе с нами в этом зале находятся учащиеся 10 классов. Неумолимо бежит время вперед. Уйдут из школы сегодняшние выпускники, а их место займет новое поколение, нынешние 10-классники. Слово для приветствия предоставляется учащимся 10 класса. Дорогие наши старшие друзья, сегодня у вас торжественное событие, которое нам ожидать еще целый год. Но именно сегодня последний звонок объяснил вам, что ваше детство закончилось и больше никогда не возвратится. Пусть будет много времени для любви, улыбок, счастья. И совсем чуть-чуть для слез и разочарований. Ведь без них не бывает. Пусть каждый из вас найдет себя в хорошем и нужном деле, чтобы могли безбоязненно смотреть в будущее. Дорогие десятиклассники, сегодня мы прощаемся со школой. Я остаюсь с ними, я настоящее и будущее. Поэтому все школьные традиции мы передаем вам. Пусть наши всегда своих участников знания, радость общения, атмосферу любви и творчества, и постоянного мальчика, единственного ученика и учителя. Thank you.
класс. Здесь узнали так много про мир и природу. А сегодня вы... выпускники 18-го года! Растущие так выросли дети. Спасибо, родные. Вы лучшие на этой планете. Мы будем счастливы всегда и в любую погоду. Вас не подведут. Выпускники 18-го года! Пройдут года, но на слово поверьте, что будет вас тянуть сюда из жизни круговерти. А школьных комнат строгий вид милее дома будет. Здесь детских лет поет родник, а кто его забудет? Мы школу свою будем вечно любить, куда бы судьба ни забросила труда. Скажите, ребята, а можно забыть жилище добра, тепла и уюта? Я вас люблю и помню о вас всегда.
В моем сердце для каждого из вас найдется местечко и уголок. Да, в сердечке. Спасибо вам. Мы вас любим. 1, 2, 3.